Итак, всем здравствуйте. Сегодня мы рассмотрим японский культиватор Yanmar MRT6RZ с четырехсильным бензиновым двигателем. Полностью обслужен, исправен. Все отлично работает. По системе управления. Коробка передач. Две вперед, одна назад. Одна скорость работы фрезы. Рычаг включения ходовой части. Рычаг ручной установки газа. Тумблер зажигания. Рычаг блокировки дифференциала. Воздушная заслонка и ручной стартер. Сейчас запустим, проверим в работе. Как видите, все отлично работает. Полностью готов к работе.